короче, ребята, тут полная жопа. Сигнал тревожный поступил 20 минут третьего, что в Павловской горит нефтебаза. Приехали в 4 утра, с 4:30 тушим, не можем никак потушить. 51-я, 34-я, местная, наш пожарный поезд, толку никакого нет. Бахнуло так, вроде бы как потухло, все потом бахнуло опять так, что мама не горюй. И когда это все закончится, никто ничего не знает. Андрюха, Иваныч, короче, вот такие у нас выходные дни сегодня происходят. Полная жопа, уже ни сил нет, ни хрена, ничего, блин. В этой амуниции, блин, мокрая как негры, в постюшке, полная жопа. Трусы хоть выкручили. Мам, это вообще пиздец на самом деле. Как теперь, если вот дрон пролетел? Да. Так бабахнуло. Знаешь, я сейчас буду сам? Лукойловская база.